Апсик, скажи всем привет. Ну скажи всем привет. Ты мой сладкий котик. Мой малыш. Мою пузо мое. Подавился волосами. Всем привет! Никак не могу доклепать свое видео про Париж. Ну вот решила пока между делом, пока нет вдохновения на Париж, снять такой маленький вложик про магазинчики продуктовые в Голландии. Так что пойдем за покупками, ну не только за продуктами, еще какие вещи мне нужны. Я вам покажу, сколько у нас что стоит и какие есть магазины. Для меня лично... Все, вышла из дома. Для меня лично все магазины в Голландии делятся на два вида. Это голландские и такие турецко-польские магазины. Есть еще, конечно, суринамские, но мне как-то они не нужны. Ну и разные другие есть. Турецко-польские, потому что чистокровного польского магазина не бывает. Там обычно владелец турок, даже если за прилавком стоят красивые девушки из Польши, то это еще ничего не значит. Сегодня, в общем, я буду борщ готовить, поэтому мне надо, естественно, купить всякие мяско, там еще кое-что. Можно ли это купить вообще в обычном голландском магазине, покажу. И мне надо еще кое-что купить для вязания, если я это найду. В общем, я тут накупила всего, и теперь буду вам показывать, что же я купила. Сначала я пошла в магазин Зейма. Моряк приводится. В этом магазине можно купить все, кроме еды. То есть бытовая химия, одежда, украшения. Там очень много всего есть. И вот приступаем к поискам. Так. Вот и нашли. Вот такие толстые ниточки. Стопроцентный акрил, но ничего страшного. Пряжа с моим именем. Приятно. Я там хотела купить нитки для вязания, я их купила. Вот они, малыши. Чтобы связать шапочку. И потом, значит, я шла по магазину, и я увидела еще кухонные полотенца. Вот такие. Ну, на мой взгляд, они были немножко дороговатые, но так как мне очень нужны кухонные полотенца, и времени пойти на рынок у меня нет, то, в общем, полотенце и эти ниточки обошлись мне вместе в 4 евро 20 центов. А потом я увидела диск, DVD-диск с фильмом «Гадкий я». И я его тоже купила, он стоил 5 евро, потому что этот фильм идет здесь на 4 языках. Английский, голландский, фламандский, французский. И еще и субтитры на английском, голландском и французском. А так как я учу языки, то мне очень важно смотреть такие фильмы, тем более то, что мне нравится. А мне очень это нравится, и пусть оно у меня будет дома. Хотя можно тоже в библиотеке взять, на самом деле, заплатить 20 центов и смотреть там, ну не знаю, недели две, кажется, можно. Можно и продлить за денежки. Но мне проще иметь это дома и достать в любой момент, когда я могу, потому что сейчас у меня не так много времени. Дальше я пошла в магазин со смешным названием «Вибра». Так как для моей шапочки следующие мне нужны были еще ниточки такого лососевого оранжевого цвета. Это магазин со смешным названием Vibra. Накупила кучу всего, мои пакеты. Хотя зашла купить только нитки одни. Получилось, в общем, очень много всего забавненького. Для котика особенно. Они стоили всего 1 евро. Тоже акрил. Или вот такие милые баночки для кухни, для кофе и для чая. Мне показалось, что они очень симпатичные в таком стиле, который я люблю, поэтому они у меня тоже. Одна баночка стоит 1 евро. Дальше я решила порадовать своего котика и купила своему котику вот такую вот штучку за 4 евро, где можно хранить его сухой корм. Потому что мне не нравится то, что он стоит в пакете, и это как-то некрасиво, неопрятно. А так он будет вот в своей баночке. Зашел на кухню, открыл, взял себе корма, поел. Вот так он будет. Я решила, что котику, наверное, этого будет мало. Я порадовала его вот такой вот штучкой. Это такой коврик, где он может кушать. Конечно, для него это очень большой коврик, потому что кот у меня, ну, миллиметрический кот. Ми-ми-ми-ми.
Кот Мими, мальчикин с короткими лапками, но он вот такой вот рыженький, поэтому будет у него теперь рыженький друг, с которым он будет обедать. Кстати, вот кот там сидит. Если он придет, я вам еще раз покажу. Стоила эта штука тоже 1 евро. Кухня у меня маленькая, но я решила, что это лучше, чем то, что у него сейчас есть. В общем, пусть будет вот такая у него штучечка симпатичная. И еще я купила там такие салфетки. Я их хочу использовать для скраббукинга. Целый набор, он тоже стоил 1 евро. И дальше я увидела вот эту жилеточку. И моя душа не устояла, потому что она такого нежного розового цвета. И вот она у меня теперь тоже есть. И она была самой моей дорогой покупкой. Она стоила 12 евро. И это, естественно, искусственный материал. На ощупь. И выглядит вот так. Три мешочек. И в итоге в Вибре я потратила 21 евро, что для меня очень много для этого магазина. Я там обычно столько никогда не трачу. Но это все жилеточка. И потом я пошла в магазин Хема. Сейчас иду в Хему. Хема — это такой магазин, где все подряд продается. Еда, немножко еды, одежды, канцелярских товаров. Ну, он немножко дороже. Косметика классная. Особенно я люблю вот эти вот тени. Они стоят 3,50, и они такие красивые. А в Хеме я купила тетрадочки, целых 3 штучки, они стоили 1 евро. Это удобный для меня формат тетрадок. Кстати, в Голландии все тетрадки в линейку. Найти тетрадку в клеточку — это просто невозможно. Я не видела здесь тетрадок в клеточку. Но думаю, что они все-таки существуют. Еще я там сделала. Я купила там тени. Они такого... Ну-ка, откроем их. Нет, мы их не открыли. Все-таки я открыла тени, чтобы вам показать. Вот они кремообразные. И это такой вот шоколадный оттенок. Мне кажется, что для осени самое то. И они водостойкие. Они очень долго держатся, это правда. И очень красиво смотрятся. Я решила попробовать этот новый цвет. Потому что до этого у меня был серебристый и золотой. Но они уже высохли. Я их выбросила уже давно. Также в Хеме можно распечатать фотографии. Вот мой конвертик. И там можно их распечатать моментально, можно заказать. Но мне надо было моментально, поэтому я заплатила еще 1,5 евро за срочность. Хотя распечатать одну фотографию стоит, по-моему, 20 центов. И если бы я подождала, я бы сэкономила 1,5 евро. Но мне удобнее было так. И в итоге 11 фотографий вышли мне в 5 евро. Вообще в Голландии это очень дорого фотки печатать. Итого в Хеме я потратила 9 евро 50 центов на тетрадки, тени. Тени стоили 3,50. И на фотографии. Вот так. И дальше я пошла за продуктами, чтобы приготовить сегодня борщ. Была в магазине Алберхайн. В Алберхайне. Такой самый известный, наверное, продуктовый магазин в Голландии. И нам надо купить... Все для борща, например. Нам нужен один перчик. Ну, кстати, в Алберхайне всегда продается уже вареное, а я возьму уже сразу и порезаю. На всякие средства бытовой химии. Вот это для пола очень классная штука. Мыть пол. Любимый сырный рай. Сырный рай. А, сыр же я вчера купила. Мы не идем в сырный рай, мы идем мимо. Маленькая концентрированная томатная паста. Это стоит всего 40 центов, вот ее и возьмем. Дальше по курсу оливки, по-моему, вот эти стоят 60 центов. По-моему, ну, не знаю, но они недорогие. Такая, тоже по бонусу. Такие хлебушки с шоколадчиком, но они не очень вкусные, но, конечно, не очень полезные, но хочется. Кидаем их тоже сюда, на кассу. За моей спиной Алберхайн. Ну, и теперь я иду в турецкий, турецко-польский. Ну, это больше будет турецкий магазин, куда я иду сейчас, чтобы купить там оливковое масло турецкое, очень вкусное, ароматное. А вообще, Алберхайн, кстати, это, ну, в принципе, это заметно, что это имя и фамилия. Еще один магазин тоже хорошенький. Это имя и фамилия. Связана с этим магазином одна история, что, в общем, у хозяина этого магазина украли кого-то из родственников, вроде бы брата. И за него требовали большой выкуп, но деньги не удалось заплатить по какой-то причине. И, в общем, этого родственника, которого украли, его убили в итоге. Вот так. В Алберхайне я купила уже порезанную свеклу. Вот она.
А сколько она стоит, кстати? Она стоит 2,50. Ну, непорезная тоже 2,50 стоила. Потом я купила один перчик. Один перчик стоит 70 центов. Это очень дорого. Потому что на рынке можно купить, не знаю, 5 этих перцев. Правда, немножко мягеньких уже таких, не очень симпатичных, но за 1 евро. Ну, рынок сегодня был закрыт, так бы я на рынок. Потом я купила подсолнечное масло, оно стоило 1 евро 10 центов. Оливочки я купила. Оливочки стоили 1 евро, это тоже нормально. Я купила хлебушки. Они тоже чуть больше 1 евро стоят. Такая штучка любимая, с которой полы мыть, это одно удовольствие. Это вот эта вот водичечка для того, чтобы мыть пол. И она была по акции 1 евро 1 литр, и это очень выгодно. Я ее взяла. А после этого... я пошла в турецкий магазин. Там еще есть, как всегда, польские. И мой турецкий магазин, они обычно всегда вот с такими огромными прилавками. Сначала купим вот это. Это освежитель. Я забыла, как это по-русски. Но это, в общем, чтобы одежда была мягкая после стирки, вкусно. Внутри идем за капусточкой. Капусточка стоит 1 евро за килограмм. Надо самую маленькую. А вот она и главная цель моего визита. Вот это маслица. Это же маслица? Да, маслица. Я швелханух. Варенье. Кстати, возьму-ка я себе малинку. Вот эту за евро 30. Малинку. Корзинку. Я там купила. Я там потратила 12 евро 10 центов. И я купила, естественно. Господи, как же тебя называют по-русски? Смягчитель. Вообще, по-моему, Ленор называют. Ну, это как, знаете, подгузники стали в России памперсами. Хотя памперс — это название фирмы. Я не помню, как тебя называют. Не помню. Ну, в общем, это чтобы белье было мягким и нежным. Я купила свое любимое оливковое масло. Я там всегда покупаю разные. В этот раз было вот такое. А стоило оно, наверное, как всегда... Ну да, 3 евро оно стоит. Но мне нравится, и мы используем его только для салата. Еще на нем тосты делаем. Я люблю тосты с оливковым маслом. Я купила курочку. Килограмм курицы стоит 4 евро 75 центов. Здесь получилось 600 грамм. Итого, ну, 3 евро. 3 евро, вот одна куриная грудка. Я купила очень вкусное малиновое варенье за евро 30 центов. Оно там действительно такое вкусное, оно вот как настоящее. Поэтому я больше люблю все джемы и варенье именно из турецких магазинов или из польских, потому что русский магазин дорогой. И голландские магазины не делают такие продукты, ну, то есть не продают такие вкусные-вкусные вещи, немножко какое-то все ненатуральное в них. И я купила капусточку, капусточка обошлась 85 центов, такая малышка, то есть здесь почти килограмм. Это все мои покупки на сегодня, потратила я 20, 10, 10, 10, 10 евро, 40. Покупочки потратила я где-то 50 евро. Если вам понравилось это видео, то, пожалуйста, сообщите мне об этом как-то в комментариях. Если понравились такие видео, то я буду делать дальше о других магазинах. И, кстати, для тех, кто живет в Голландии, сгущенку можно купить в Алберхайне. В любом Алберхайне есть сгущенка. Называется она «Концентрированное молоко». Concentrated milk, volgens mij. И что же еще? А, и в турецких магазинах тоже есть сгущенка. Ищите ее в фирме Nestlé или в такой баночке со провинции Фрисланд. Можете спросить там Concentrated milk from Friesland, и вам все помогут его найти. И хорошего всем дня. Пока-пока-пока-пока-пока-пока. Спасибо большое за просмотр.